Страница 565. Все Будды и Бодхисаттвы, молю, подумайте обо мне. Ради того, чтобы не прерывалась линия преемников Будд, с этого момента до тех пор, пока не достигну пробуждения, я, назовите свое имя, иду за прибежищем к полностью совершенным Буддам, высочайшим среди существ. Я иду за прибежищем к тем, кто обладает великим состраданием, всезнающим, всевидящим, совершенно бесстрашным великим существом, предводителем существ, тем, что обладает непостижимым телом, непревзойденным телом Дармакая. Я иду за прибежищем к Дарме, наилучшим из того, что лишено привязанности. Я к тому, что, чем владеет Атагата, к умиротворяющей Дармакая, что постигается путем прямого видения. Я зайду за прибежищем к Санге, высшему из всех собраний умиротворенных. Я иду за прибежищем к Санге, невозвращающийся великий Бодхисат Ария в четырех сторон. Повторяем, страница 565. Все Будды и Бодхисаттвы, молю, подумайте обо мне, ради того, чтобы не прерывать линия преемников Будд с этого момента до тех пор, пока не достигну пробуждения. Страница 566. Последний параграф. Все Будды и Бодхисаттвы, молю, подумайте обо мне. Так же, как Татагата, Архата, полностью совершенные Будды прошлого, верша деяния Бодхисаттв, зарождали решимость достичь непревзойденного, полного и совершенного пробуждения, чтобы освободить всех существ, избавить всех существ, воодушевить всех существ, привести всех существ к высшей нирване и упрочить всех существ во всеведущей изначальной мудрости. Также и я. Назовите свое имя. С этого момента и до тех пор, пока не достигну сути пробуждения, зарождая намерение достичь непревзойденного, полного и совершенного пробуждения, чтобы освободить всех существ, избавить всех существ, воодушевить всех существ, привести всех существ к высшей нирване и упрочить всех существ во всеведущей изначальной мудрости. Так же, как Бхагаваны Будды и великие Бодхисаттвы прошлого зародили Бодхичитту, сущностной природы Бастады, свободной от всех умопостроений, отбросив сканги, элементы, источники восприятия, двойственность воспринимающего и воспринимаемого. Узнали свои умы как изначально нерожденные, благодаря бессамостности дхарм и равностности. Также я, назовите свое имя. Зарождая Бодхичитту, с этого момента до тех пор, пока не достигну сути пробуждения. Так же, как Татагата, Архаты, полностью совершенные Будды прошлого, покорили Мару и его полчища и обрели истинное совершенное пробуждение. Так же я, назовите свое имя. Покорю Мару и его полчища и обрету истинное совершенное пробуждение. Так же, как Татагата, Архаты, полностью совершенные Будды прошлого, обрели истинное совершенное пробуждение и затем повернули колесо Дармы. Так же я, назовите своими, обрету истинное совершенное пробуждение и поверну колесо Дармы. Так же, как Татагата, Архаты, полностью совершенные Будды прошлого, обрели истинное совершенное пробуждение и затем собрали сангу. Также и я, назовите свое имя, обрету истинное совершенное пробуждение и соберу сангу.
Обет Бодхисаттвы, страница 569. Пока не достигну сути пробуждения, я иду за прибежищем к Будде. Я иду за прибежищем к Дарме и Санге Бодхисаттв. Подобно тому, как слугаты прошлого зародил Бодхичитту, постигали ступень за ступенью путь Бодхисаттв. Пусть также я, ради блага скитальцев, зародил Бодхичитту, постепенно пройду все ступени пути Бодхисаттв. Повторяем. Пока не достигну сути пробуждения, я иду за прибежищем к Буддам. Я иду за прибежищем к Дарме и Санге Бодхисаттв. Подобно тому, как слугаты прошлого зародил Бодхичитту, постигали ступень за ступенью путь Бодхисаттв. Пусть также и я ради блага скитальцев зародил Бодхичитту, постепенно пройду все ступени пути Бодхисаттв. Пока не достигну сути пробуждения, я иду за прибежищем к Буддам. Я иду за прибежищем к Дарме и Санге Бодхисаттв. Подобно тому, как слугаты прошлого зародил Бодхичитту, постигали ступени. Ступень за ступенью. Путь Бодхисаттв. Пусть также я, ради блага скитальца, зародил Бодхичитту, постепенно пройду все ступени пути Бодхисаттв. The agonies of the lower realms and make the suffering happy. I celebrate the virtues gathered that cause enlightenment. Прощающие страдания существ низших миров и ведущих счастливым уделом всех страждущих. Я с радостью накопленной добродетели причине обретения пробуждения. Я с радостью полному освобождению всех живущих от страданий самсары. Я с радостью пробуждению защитников и достижению стадии реализации сыновьями Будд, их пробужденный ум, океан благости, приносящий блаженство всему живому. Все деяния для пользы существ — это то, что приносит мне счастье и радость. Сложив ладонью сердце, я молю Будд, что пребывает во всех сторонах. Зажгите нынче светоч Дхармы для всех существ, блуждающих в смятении во мраке страданий. Сложив ладонью сердце, я молю пробужденных, желающих уйти в нирвану. Не оставляйте нас блуждать в слепоте. Оставайтесь среди нас на протяжении бесчисленных кальп. Пусть сила заслуги, что я накопил, и всех собранных добродетелей. Все существа полностью избавятся от всех страданий. Да буду я лекарем и лекарством для страждущих. Да буду я сиделкой, покуда каждый из них не обретет исцеление. Да сумею я дождем яств и напитков уничтожить муки голода и жажды. А в кальпы, охваченные голодом, да обращусь я сам напитки яства. Достану я для неимущих и покинутых неистощимой сокровищницей. Да буду я превращаться во все, что им нужно, и да буду всегда у них под рукой. Нисколько не жалея, отдаю я свое тело, вещи и все добродетели трех времен на благо всем живущим. Нирвана есть отречение от всего. Нирвана — цель моих исканий. Если должен отказаться от всего, лучше это раздать всем существам. Я отдал свое тело на радость всем живущим. Пусть же они с ним делают что угодно. Бьют, унижают, лишают жизни. Пусть они забавляются с моим телом.
выставляя его на посмешище и порицание. Что мне до того? Я отдал свое тело им. Пусть они поступают с ним по своему разумению. Лишь бы это им не причинило вреда. И когда кто-нибудь обратится ко мне, да не пройдет это для него без пользы. Если в тех, кто встретится со мной, родится недобрый или гневный помысел, пусть даже это станет вечным источником исполнения всех их желаний. Пусть выпадет счастье обрести полное пробуждение всем, кто оскорбляет меня или причиняет иное зло, даже тем, кто надо мной смеется. Да буду я защитником для беззащитных, проводником для странствующих. Да буду я мостом, лодкой или плотом для всех, кто желает оказаться на том берегу. Да стану я островом для жаждущих увидеть сушу и светочем для ищущих свет. Да буду я ложем для изнуренных и слугой для нуждающихся в помощи. Да стану я чудотворным камнем, благим сосудом, действенной мантрой и снадобьем от всех болезней. Да стану я древом, исполняющим все желания, и кровом коровы изобилия для всех живущих. Подобно тому, как земля и другие элементы приносят всевозможную пользу бесчисленным существам беспредельного пространства, да буду я источником жизни для всех существ, всех сторон пространства. Покуда все они достигнут нирваны. Повторяйте дарани из краткой прежней парамиты в качестве призывания. Тадета ом бунне муне махамунае соха.
Именная мантра всех гуру. Ома сарва гуру хум сваха. Продолжаем, страница 575. Поскольку мы призывали его по имени и повторяли дарани, Татагата, Арахат, полностью совершенный Будда, и его свита излучает из своих межбровей и остальных частей тела бесчетные миллионы лучей света, что зовутся ясновидение Всеведущего. Эти лучи света озаряют все три сферы мира в 10 направлениях. Облетают вокруг мира 10 раз, являют великие чудеса Татагаты, учат миллиарды бодхисатт, сотрясают все бесчисленные земли Будд 6 раз, устраняют все рождения и смерти в низших мирах. Погружают во мрак все обители Мары. Показывают все те места, где Татагаты достигли истинного совершенного пробуждения. Указывают на способность Будд приводить учеников в свою мандалу. Освещая сферы мира во всей Дармадату. И все протяженности пространства, а затем возвращаются и кружат над мандалами всех существ, открывая их великом множестве. После этого лучи входят через отверстия на макушке во всех существ. Лучи света и его окружения также растворяются во всех существах. Как только лучи света касаются их, каждое существо достигает 10 000 самадхи, которыми ранее не владело. Когда все эти лучи света одновременно растворяются в них, все существа получают посвящение совершенного пробуждения. Они полностью владеют 10 силами и становятся полностью совершенными Буддами. Субтитры сделал DimaTorzok.
577. С этого момента и до тех пор, пока не достигну сути пробуждения, пусть я никогда, ни в одной жизни, не буду рожден и не попаду в три низших мира или в другие неблагоприятные состояния, за исключением намеренных рождений. Пусть я никогда не совершу и никогда не способствую неблагому. Пусть я никогда не накапливаю и не способствую причинам неблагой кармы. Клеш. Пусть, освободившись от всех низших рождений и проистекающих из них страданий, я никогда не стану переживать их снова. С этого момента и до тех пор, пока я не постигну сути пробуждения, пусть трое моих врат будут вовлечены в служение добродетели, непрестанные, словно поток реки. Пусть во всех будущих жизнях, где бы я ни родился, я обретаю возможность, всевозможное счастье и покой, а также способность и силы помогать всем существам. Пусть я безошибочно узнаю и буду медитировать на природу ума, на дхарму, которую постигает лишь татагата, смысл пробуждения, превзошедшие сомнения на непревзойденное пробуждение. Пусть я безошибочно учу и веду к этому других. С этого момента и до тех пор, пока не достигну сути пробуждения, пусть я иду за прибежищем к трем драгоценностям и подношу им свои тела. Пусть наделенные великим состраданием, они примут каждый из них. Так же, как будто бодхисаттвы трех времен зарождали бодхичитту природы пустоты, изначально нерожденную, свободную от чего бы то ни было, реального, равную без самостности дарм, свободных от сканг, элементов и источников восприятия. Так же и я, назовите свое имя. С этого момента и до тех пор, пока я не постигну сути пробуждения, зарождаю бодхичитту. Пусть я никогда не оставлю бодхичитту. Пусть я никогда не буду отделен от духовного наставника. Так же, как все Будды трех времен сорадовались непревзойденным заслугам, так же и я, назовите свое имя, сорадуюсь всем мирским и немирским заслугам. Когда придет смерть, пусть я воочию вижу все Будд и Бодхисаттв. Пусть они протянут свои золотые длани, посложат их на мою голову и даруют пророчество. Пусть я умру с умом неомраченным клешами, с намерением, созвучным с реализацией бессамостности явлений из безмерной бодхичитты. Вкратце, пусть я очищу все отпечатки, ни один не исключая, и затем доведу до совершенства накопления заслуги и мудрости, чтобы собственноручно освободить всех существ. Пусть я быстро обрету состояние Будды. Благодаря трудностям, что я претерпел, в прошлом для блага существ а также тому, что я отказался от наслаждений, пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря тому, что в прошлом я пожертвовал собственным благополучием, помогая страждущим. Ради того, чтобы защитить существ от нищеты, пусть мои учения сияют на протяжении долгих времен.
благодаря тому, что я оставил своих сыновей, дочерей, супруг, богатство, слонов, колесницы и сокровища ради драгоценного пробуждения. Пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря тому, что я почитал Будд, Пратьека Будд, Шраваков, родителей и мудрецов. Пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря тому, что я переносил страдания в течение миллионов кальп, в поиске учения, ведущего к пробуждению. Пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря моей продолжительной практике дисциплины, нравственности, аскезы и благодаря тому, что я видел Будд 10 направлений, пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря усердию, непреклонному и превосходному, что я практиковал в прошлом ради того, чтобы освободить существ, пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря моим постоянным терпению и дисциплине, терпению к обидам, наносимым существами, омраченными клешами, пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря силе моей медитации на дхьянах, врата освобождения и состояниях без форм и бесчисленным, как песчинки Ганги, самадхи, пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря тому, что в прошлом я ради изначальной мудрости пребывал в лесах, живя в аскезе, и благодаря моему обучению многим шастрам, пусть учение сияет на протяжении долгих времен. Благодаря тому, что из любви я отдавал свою плоть и кровь свою жизнь и части своего тела. Пусть учение процветает. Благодаря тому, что в прошлом, ведомой добротой, я привел к созреванию порочных существ с помощью учений трех колесниц. Пусть подношение дармы процветает. Благодаря тому, что в прошлом с помощью методов и мудрости
Я освобождал существ от ложных взглядов и утверждал их в истинных воззрениях. Пусть учение процветает. Благодаря тому, что я спасал существ из огня клеш посредством четырех способов взращивания учеников, приумножил их добродетели и покорил неблагое. Пусть мое окружение здравствует на протяжении долгих времен. Благодаря тому, что я освободил тиртхиков из трясины ложных взглядов, и наставил их на путь истинных воззрений. Пусть мое окружение всегда будет преданным. Мы просим, отнеситесь с терпением ко всем упущениям и искажениям, ко всему, что мы и другие совершили в силу неведения. Мы, существа времен упадка, лишенные заслуг, омраченные неведением и клешами, не исполнили замыслов благородных. Мы молим также проявить терпение к этому. Мы скупы и неумелы, и потому наши подношения скудны и некрасиво расставлены. Защитники, с великим состраданием, мы молим также проявить терпение к этому. Мы молим также проявить терпение к тому, что мы сделали неверно или не смогли сделать в соответствии с ритуалом сутр в силу нашей беспечности и нечистого поведения. Мы молим также проявить терпение к тому, что мы добавляли лишнее и пропускали нужное, к тому, что мы совершали ошибки в частях ритуала и ко всему, что мы забыли. Благородные, вы столь добры, принося благо таким отчаявшимся существам, как мы. С намерением вновь вернуться к нам в будущем, пожалуйста, отправляйтесь в свои обители, чтобы нести пользу существам в тех мирах, где есть те, кто нуждаются в укрощении. Посвящение заслуг слова владыки Дрикунгпы. Благодаря всем корням добродетели, взращенным мною и всеми другими в самсаре и нирване в трех временах, пусть я и все существа быстро обретем непревзойденное, истинное, совершенное, драгоценное пробуждение. Благодаря этим корням добродетели, пусть я принесу пользу существам своим телом. Пусть я принесу пользу существам своей речью. Пусть я принесу пользу существам своим умом. Пусть никогда не возникнет мыслей, порожденных клешей желания. Пусть мысли ненависти никогда не возникают. Пусть мысли гордости, зависти, мысли о выгоде, положении, славе, известности, мысли об этой жизни никогда не возникают. Пусть мое существо проникнется любовью, состраданием и бодхичиттой. Пусть я стану благим наставником, бесконечным как пространство. Пусть в каждой жизни я обретаю высшие ситхи Махамудры. Когда я буду умирать, пусть меня не охватит агония страданий. Пусть я не умру исполненный гневом. Пусть я не умру преждевременно. Пусть я умру в состоянии радости и счастья. Пусть я обрету уверенность в распознавании совершенно чистой дхарматы
и затем обрету ситхи Махамудры во время смерти или в Бордо. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Провозглашение благости. Пусть благословение владыки Дармы, солнца победоносного, несравненного высшего учителя, величайшего из всех великих, покорит врага, омрачение и страдания. Пусть мы всегда пребываем в славной удаче, день и ночь. Пусть благословение нектара истинной дармы несравненной высшей дармы истины дарматы освободит нас от любых нравственных изъянов и приумножит наши добродетели. Пусть мы всегда пребываем в славной удаче, день и ночь. Пусть благословение истины добродетельных бодхисаттв достоин Сангхи, сияющих в драгоценном блеске, освободит нас от недостатков и приведет к процветанию добродетеля. Пусть мы всегда пребываем в славной удаче, день и ночь.
Благодаря благословению Брахмы, Индры и защитников, пусть воцарится благожелательность богов. Пусть повсюду прибудет радость и благо. Пусть мы исполним наше желание. Пусть мы обретем долгую жизнь, крепкое здоровье, покой и счастье. Пусть славные учителя живут долго, пусть все существа, заполняющие пространство, будут счастливы, завершив накопление заслуги и мудрости и очистив омрачение, пусть мы и все остальные быстро достигнем пробуждения. Пусть благодаря этой заслуге мы обретем всеведение, победив врага неблагие действия, и освободим всех скитальцев из океана самсары, где бушуют волны рождения, старости, болезни и смерти. Внимание, следующая сессия начнется в 2 часа. Следующая сессия начнется в 2 часа с благодарности спонсорам, а потом будет особое обращение Гиаланга Кармапы.